Все нормально, они расставляются, тут нет никаких проблем. Самое главное, что я вижу здесь площадь свободных людей. Я журналист, на каком основании вы меня задерживаете? Потому что нельзя заниматься такими вещами, потому что вам стыдно будет смотреть в глаза вашей маме, вашим сестрам и вашим детям будущим. Будет лично вам стыдно смотреть в глаза.